Ну что ж, Воробьев, располагайся поудобнее. Разговор у нас с тобой будет долгий. Еще только 1 сентября, а на тебя пожаловалось уже 15 родителей. 15, Воробьев! Как ты объяснишь все это летнее безобразие? Пусть лучше Самохин со своими бандитами объясняет. Между прочим, викинги — честные воины. Как налетят на нас, мы даже испугаться не успели. Ага, и все отобрали. Мы с ним нормально поговорить хотели. Подошли после кино, а он... 5 на одного. Нормально, да? И чуть что, сразу ультиматум. А главное, на улицу не выйти. Обложили со всех сторон. Ну что это за каникулы? И тогда Джонни сказал принести краску. Мы не знали зачем, а Джонни знал. Он всегда все знает.